Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Хочу с вами поделиться радостью. Мы победили в конкурсе репостов, проводимый спиннинглайном. И нам пришла из спиннинглайна посылка от них с подарком за этот репост. И вот я, прежде чем сделать распаковку, хочу несколько слов на камеру сказать о магазине. Но пришел я в магазин, то есть сделал первый заказ, еще будучи кучерявым брюнетом, молодым юношей. Давно это было. Вот, 6, может, 7 лет назад. И вот до сих пор сотрудничаю и не прекращаю удивляться этому магазину. Я сотрудничаю с многими магазинами уже, и есть чем у меня сравнить. Так вот, спиннинглайн лучше. Почему? Во-первых, это скорость. Такой скорости доставки и обработки нет ни у кого. Во-вторых, фишка, то, что ты нажал, оплатил и все, товар твой. Можешь дальше не думать. Люди из спиннинглайна, я чувствую уважение к себе. Вот это вот самое, наверное, главное, потому что я вот приятность уважать то, что они уважают человека-покупателя. Никогда они понимают, что человек день, два, три терпит, где заказ, он начинает нервничать. Все, и на тебя, пожалуйста, твой заказ. Там все стадии отслеживаются. Вот за это мы все любим спиннинглайн. И я бы сказал, что это магазин 22 века. Спасибо вам. Ну а теперь непосредственно, что касается распаковки. Значит, здесь мы на почте уже посмотрели. Это подарок. Пришел вот такой. Вот. Фирменной спиннинглайновской коробочки. И что здесь? А здесь у нас документы. Вот здесь код подтверждения, то есть баллы еще какие-то будут за это. И вот он подарок. Воблер Вантен R плюс 3 в цвете Western Clown. Это, насколько мне известно, новинка компании Мегабас. Новинка 2019 года. То есть, ну прямо еще пахнет он тут краской. Свежий. Вот такой красавец. 110-й. Значит, он заявлен он как медленно FS. Медленно всплывающий. Да. Slow floating. И заныривает на глубину, как указано, до 4 метров. Ну, я вижу, что с такой лопатой так оно и будет. Причем, если она расположена вот под таким углом, почти прямо, то это будет происходить очень быстро. Ее вогнать на глубину, на такую. Ну, а что у нас обитает на глубине 4 метров, мы прекрасно понимаем. Значит, этот воблер, судя по всему, на какого-то трофейного хищника, судака и щуку. Сделан он великолепно. Тройники очень острые. Вот, значит, все как делает, умеет делать лучшая традиция компании Мегабас. Значит, это первая проба, наверное, Мегабаса в антенну именно, сделать его глубоководным. Позиционируют они, вот он тут вот более толстый, чем все остальные модели. Поэтому это говорит о том, что его можно проводить более деликатно, но они рекомендуют на глубине до 4 метров равномерную проводку. Ну, действительно, она не будет тогда сбиваться икра. Очень опасаюсь я, что эта лопата может сбить его непревзойденную игру в антеннах всех. Вот роллинг этот, роллинг, который нет ни у одного воблера, вот такой приманивающий щуку. Ну, думаю, будет все в порядке. Кроме того, кроме равномерки, можно, говорит Мегабас, специалисты Мегабаса, можно, естественно, применять твич, самый различный твич, который, или stop-and-go проводку. Вот, значит, длина, я уже сказал, он 110, 11,
и вес 4,1 грамма. Значит, он довольно-таки легкий для таких диповых воблеров. Поэтому я думаю, что он будет довольно-таки легко управляемый и не сильно упористый. Думаю, что будет он косить щуку лучше других диповых воблеров. Ну что, друзья, на этом обзор закончен. Хочу поздравить себя и спиннинг-лан еще раз с таким великолепным подарком. Как только что-то на него, мы сразу же напишем отзыв, что и как получилось с этим воблером. А сейчас всем до свидания.